выклеил. Ага, растапливает. Ну, саксонские села. Тут тоже кайфцы. Ремонт машин. Ух ты, какие тут у нас. Вот. Плюс, оп, туда можно заедет. Угу. Дили там, такая дорожка в лесу. Фабрика музыкальных. Надо бы сходить в Кубну. Что они там строят? Серьезно, да? Да, музыка. Дева Мьюзик. Что же они там производят? Здесь везде. Вот здесь, значит, это Гева, это Клингентал, аккордеоны. А вот такая вот рекламка, место красивое. Да? Кто был когда-нибудь в Адорфе? Вот вам. Вот, Сексит. Видишь? Сексит. Свободная Саска. Саксония. То есть, типа, Саксония уйдет из Германии. Ну-ну. Ну, так реклама идет по этим. Сексит. Был Брексит, тут Сексит. А у нас что, будет Моровит? Еще такие старинные домики. Правда, рушатся еще. Вот реклама тоже на доме целого городка. Это фабрика большая. Приезжайте, вот тут полно работы, вот на этой фабрике. Да ты что? Нет работы, нет работы. Вот да нало. Везде есть работа. Даже голландец приехал, и у него написано. Вот я забыла, как написано на этом. Вот, но я сфотографировала. Для вашей работы привез, прицепы. Working for you. Working for you. Работа про тебя. Вот. А вот, пожалуйста, с бывшего пенного маркета. Будет снова, оказывается, первый пенный маркет. Я там снимала. Снова. Наверное, будет модернейший. Или больше. Больше. Написано пенный. И там супенный. Стеклянный типа будет. Кран большой. А вначале выглядела туфта. Все будет, наверное, не знаем что. И дека рядом. Теперь по соревнованиям, кто лучше, Эдека или пенный, да? Куда будут люди больше ходить? Мы еще не знаем. Я думаю, может быть, и в пенный будут ходить, потому что они увеличивают магазин, но размеры, наверное. Хотя, кто его знает? Ну, это и подороже, она просто имеет большой ассортимент, а сейчас будет ассортимент в пенном. Да. Там бывшие трубы, фабрик. Бывших фабрик. Вот такие уже дома.